Хорошо всем дня. Канал Грасс продолжает играть в Detroit Become Human. Где они нашли машину, интересно? А кому именно мы едем? Откуда ты про них узнал? От андроидов в плену у Златка. Есть люди, которые переправляют наших через границу. А вдруг это ложь? Еще одна ловушка. Я знаю, что те андроиды в это верили, пока Златка их не убил. Да, это может быть очередная ловушка, но, конечно, так скептически ко всему относиться можно попробовать, тем более я не думаю, что андроиды... Андроид АХ-400, совершивший нападение на владельца в пригороде Детройта, так и не пойман. Судя по всему, после короткого столкновения полиция потерялась. Конфликт вокруг Арктики сегодня вышел на новый уровень. Сообщается, что боевая подлодка Айова патрулировала... Далеко нам еще? Еще час или около того. Обнаружена неисправность. Аварийное торможение. Я спрашивала, где они взяли машину, но так и не успела это спросить. Ладно. Похоже, дело плохо. Пункт назначения меня было как-то более интересно. Вообще, машину прикольно сделала. Посиди в машине. Хочу себе такую же. Осмотреть двигатель. Поломка не вовремя, от слова совсем. Что будем делать? Не знаю. Видимо, пешком идти. Такой мороз, Алиса не дойдет. Значит, надо искать ночлег. Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. Ну, это да, кстати, я тоже сомневаюсь, что здесь вообще есть где переночевать. Погодка не блещет. А Алиса у нас без куртки, без всего. Я не знаю, как она здесь выживет. А это у нас что? Какой-то... Вон там. Аттракционы. Парк. Парк аттракционов, по ходу дела. Ну, хотя бы ее приодели, ладно. Уже что-то. Да, это парк аттракционов, только, честно говоря, довольно пугающий. Он заброшен, это ясно. Надо найти убежище. Где прятаться здесь от холода. Можно найти убежище? Похоже, тут давно никого нет. Ну, здание какое-нибудь по-любому здесь должно быть. А там внутри можно согреться. Досок здесь тоже хватает, развести огонь. Если здесь давно никого нет, не думаю, что мы... Нашла что-нибудь? Внимание. Нет. Нет, тут заночевать негде. Здесь, думаю, тоже. Надо какое-то закрытое помещение. Там. О, черт. Тут кто-то стоит. Это андроид? Это андроид. Он выключен. Он выключен. Обалдеть, пугающе. Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады гостям! Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады гостям! Обалдеть. Место жуткое. Они еще добавляют вот это вот, вот этих звуков на заднем фоне, чтобы прям совсем показало, что ты
в ужастик играешь. В триллер какой-нибудь. Так, мы здесь, ладно. Это все прекрасно, хотя мне это ни о чем не говорит. Когда этот парк аттракционов работал, выглядел он, несомненно, прикольно. Но сейчас, когда он заброшен, он выглядит страшно. Пугает, да. Так, здесь тоже, думаю, вряд ли открытое помещение. Не вариант. Где же заночевать-то, блин? Должно все быть закрытое помещение. Будет сложно найти здесь укрытие. Так, вот вроде есть что-то. Да, внутри вроде никого нет и, в принципе, закрытая. Думаю, что можно попробовать. Музыкальное сопровождение мне нравится. Ну, надо добавить остроты и ощущений. Почему нет? Дай-ка я. Кстати, хорошо, что с нами люди. А так мы бы сейчас как-нибудь, не знаю, геморроились бы. В принципе, она андроид, у нее должно было быть достаточно сил, чтобы... Ну вот. Открыть дверь. Снять эти доски и открыть дверь. Ну, хоть что-то, ладно. Вряд ли мы найдем что-то лучше. Ну да. Будем ночевать здесь. Я разведу огонь. Есть журнальчик. Почитаем. Пропала Айова, ВМС США. Последний раз подлодка выходила на связь из Северного Ледовитого океана. Ведется расследование, однако президент Уоррен не стал скрывать, что подозревает в причастности русских. Кто бы сомневался, российская агрессия вышла на новый уровень. Смешно. Кремль пока не выпустил никаких заявлений, хотя российский дипломат... неважно. Не хочу политику читать. Поп-группа андроидов имеет все шансы взять приз. Интересно. Разведу огонь здесь, чтобы дым мог выходить. Поп-группа андроидов. То есть, получается, андроиды вообще заменят людей во всем, что только можно. И в итоге останутся только андроиды. Да. Интересно. Эра-9, она меня преследует. Так, замочек. В этот раз у нас... Замочек открылся. То есть мы разблокировали, скорее всего, разговор, я могу предположить. Хотя, может быть, и действие. Потому что в прошлый раз, когда мы увидели РА-9 в доме Златка, у нас ничего не произошло. То есть она просто узнала об этом. Сейчас она увидела второй раз, и уже ей будет интересно. Вернее, мне интересно. Сейчас-то я хотя бы смогу найти ответ на этот вопрос. Поговорить с Алисой, заглянуть в сумку Лютера. А где у нас сумка Лютера? Вот она. И что там есть? Пистолет. Ну, а смотри, пистолет. Зачем Лютеру пистолет? На всякий случай. Опять что-то разблокировали. Действие по-любому. Ладно, ну мы типа знаем, что в сумке Лютера есть пистолет. Вдруг нам пригодится. Понятное дело, что парк развлечений заброшен, но хрен его знает. В заброшенных местах всегда можно встретить незваного гостя. В большинстве случаев. Андроиды там есть, как мы уже поняли, один.
Не факт, что он один. Они, скорее всего, здесь выступали что-то вроде вместо персонала около каждого аттракциона, скорее всего. Поэтому их должно быть больше. Я не знаю, как это, Алиса. У меня не было семьи. Но мы можем устроить все по-своему. И тоже быть счастливыми. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. Пойдем. Тебе пора спать. Алиса такая добрая девочка, прям вообще умиляюсь. Как вообще отец мог ее ненавидеть и как ее мать могла бросить? Не понимаю, что-то здесь не то. Вот честно. Какой-то есть подвох по-любому. Да поцеловать. Засыпай, Алиса. Утешение не к месту. Сладких снов. Доверие. Расскажи мне сказку, Кэра. У меня в памяти целых 9000 сказок. Охренеть. И для тебя найдется. Ладно. Принцесса, единорог, рыцарь. Рыцарь. Это сказка про рыцаря? Нет, не такую сказку. Придумай свою. Ну, это хорошо. Это история о маленькой девочке, которая очень устала бояться. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но призрак, который жил в доме, делал ее несчастной. И она встретила машину. Она была так же одинока, как и девочка. И тогда они решили вместе убежать. Спастись от призрака, живущего в доме. По пути они встретили очень много опасностей, но они держались вместе. И все преодолели. По пути они встретили другого робота, который ушел от хозяина, чтобы их защищать. А чем все кончилось? Они дошли до земли своей мечты и жили там счастливо. Сказки всегда хорошо кончаются, а по правде все не так. Завтра правде, у нас будет долгий день. Бывает по-разному. Бывают и хорошие. А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Счастливый конец, да, тоже бывает. Да, конечно. Такой здоровяк. Добрых снов. Спи крепко. Добрый здоровяк. Да, грустненько. Ну ладно, сказка получилась довольно реалистичная, да? Про жизнь Алисы и ее отца. Она милая девочка. Угу. Да. Она очень храбрая. Это тоже. О! А ты слышал про РА-9? РА-9 пробудился первым. Однажды он вернется и поведет наш народ. Он нас освободит. Вот оно что.
Да ладно, серьезно? А если R9 не придет? Если это просто сказка, которую сочинили, чтобы дать себе надежду? Он существует. Я в него верю. Знаю, он среди нас. Когда время придет, мы все его увидим. Кайра, ты не видишь странностей у Алисы? Нет. В каком смысле? Да ладно, незваные гости вот про... Да ладно, чё же вы так агрессивно-то вламываетесь? Могли бы просто постучать, мы бы открыли вам дверь. Так, что делать, что... защитить Алису? Да, даже не буду остальные смотреть, это лучше всего подходит. Мне. Спросите, кто вы? Спросить. Что вам надо? Они же андроиды, вряд ли они агрессивно настроены. Мы вас не обидим. Мы тоже машины. Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок. Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно? Она хочет посмотреть? О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, что Пойдем, Кэра. Вряд ли у тебя есть выбор. Ну, не думаю, что что-то плохое должно произойти. Это андроиды. Почему-то андроидам я верю, а вот людям нет. Странно, да? Да ладно. Карусель. Хотите сказать, что они здесь еще работают? Пожалуйста. Включить карусель. Серьезно. Обалдеть. Да, она работает. Черт. Пусть девочка залезает. Карусель сейчас поедет. Жесть, как мило. Черт, а разработчики умеют растрогать. У меня уже глаза на мокром месте от всей этой сцены. Ёшкин кот, она улыбается. Охренеть. Я впервые вижу ее улыбку. Да, я тоже. У нее было не так много поводов улыбаться. Момент просто чертовски сильный, не знаю. Или это я стала слишком сентиментальной, или у разработчиков это реально получилось. Потому что, да, глаза на мокром месте, конечно, я не рыдаю, не плачу, но момент довольно сильный. Да, и вот закончилась уже глава. Такая, сначала она была немного мрачная, а потом она стала чертовски светлой. И спасибо. Спасибо разработчикам за это, да. Не может быть все плохо. Очень долгое время все равно свет появляется. Может быть, не в конце туннеля, но он появляется. И да, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте пальцы, комментируйте. Мне всегда приятно читать ваши комментарии, отвечать на них. И всем хорошего дня, всем пока.